Алло, здравствуйте. Сообщение о пожаре. Орловский район, ПГТ Знаменка, улица Школа-интернат, дом 3. Пожар происходит в бюджетном общеобразовательном учреждении «Созвездие Орла» в актовом зале. Привести систему оповещения в действие и эвакуировать людей на улицу – этим задача объектовой пожарной дружины не исчерпывается. Долг добровольных пожарных – бороться с огнем своими силами до прибытия профессиональных огнеборцев. В целом можно сказать, что наша дружина действовала хорошо. Все поставленные задачи были выполнены. Был произведено тушение пожара с помощью пожарного крана. Однако ряд задач по условиям учения добровольцам оказался не под силу. Так что бойцам поселковой пожарной части и прибывшим на подмогу огнеборцам заводского района пришлось взять на себя не только тушение, но и спасательные работы. Кроме тушения, загорания и защиты смежных помещений, перед личным составом стояла задача спасения двух условных пострадавших, в том числе с помощью автоколического подъемника с кровли здания. Людей, отрезанных от путей спасения, пожарным выручить удалось. Но, согласно новой вводной, в беду посреди огня попал еще один человек – их коллега. С этого момента первостепенной задачей стало уже спасение огнеборца. Скорую направьте. Место вызова, пожалуйста. Организаторы учений дали высокую оценку всем участникам тренировки. Личный состав пожарной охраны Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, участвующих в сегодняшних тренировочных пожарно-тактических учениях, сработало грамотно, четко, замечания не выявлены. К действиям по предназначению готовы. А вот шероховатости, подмеченные в ходе учений, пожарные разберут кулуарно на занятиях по повышению тактического мастерства. Как говорят в региональном главке МЧС, большинство действующих сотрудников службы о пожарах в школах знает именно по таким учениям. А вот настоящее возгорание вот уже много лет Госпожнадзору удается предотвращать. Иван Суверин, представитель пресс-центра МЧС, телеканал «Первый областной».